Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International 2021 по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов. Подробнее о сенсации в мире киберспорта в нашем следующем сюжете. The International – самый крупный и, главное, первый киберспортивный турнир по дисциплине Dota 2. Впервые проведен на Gamescom в 2011 году компанией Valve. В каждом турнире участвуют 16 лучших команд мира, а с 2017 года – 18. Часть команд получают прямые приглашения, прочие же имеют шанс попасть на турнир через региональные квалификации. Разыгрываемая на турнире награда называется «Эгиды чемпионов». Она представляет собой щит, сделанный из бронзы и серебра. В 2020 году турнир был отменен в связи с пандемией, а в 2021 его планировали провести в Стокгольме, Швеции. Позже компания Valve объявила, что The International пройдет в октябре в Бухаресте на национальном стадионе. Призовой фонд соревнований составил рекордные 40 миллионов долларов. Основной площадкой, транслирующей турнир, стал Twitch. Киберспорт, он зародился в интернете и живет в интернете, и смотрит его в интернете. На самом деле были попытки показывать на федеральном канале, но там другая аудитория, там другой формат. И если мы даже в тот же самый футбол посмотрим, ну сколько он идет? Пару часов. А если мы возьмем киберспортивные соревнования, ну это ближе к трансляциям с Олимпиады. Спириты впервые принимали участие в The International и стали первой российской командой, победившей на турнире. Состав проиграл два первых матча группового этапа и оказался на последнем месте турнирной таблицы. Но затем одержал победу в нескольких играх подряд и вышел в верхнюю сетку плей-офф. Команда увезла с собой более 18 миллионов долларов. Через некоторое время спириты поучаствовали в поздней катке, вечернем шоу с аналитикой прошедших матчей. Там победители ответили на вопрос, на что они потратят выигрыш. Все, кроме Магомеда Халилова, сообщили о том, что купит жилье, а Илья Милярчук изъявил искреннее желание приобрести домик для своей кошки. Надежда Мещерякова, Универньюз.